размер и полет. Начнем с полета. Потом увидите, как туда подстегивается размер. Ну, как же летает европейский дракон? Крылья. Ага, есть крылья. Давайте первоначально решим вот этот вопрос. Сейчас он нам будет необходим. А кто, собственно, дракон? Было сформулировано предположение, что дракон рептилия. А рептилия – это класс каких живых существ? Хладнокровных. Нет такого. Так, биологическую систематику хотя бы в основе своей помните или нет? Ведь без систематики не обходится ни одна наука. Систематика – это способ упорядочить имеющиеся у вас данные. Без этого ничего не выйдет. Итак, самая крупная команда, объединяющая живые существа в биологии. Значит, на самом деле есть две команды более крупные. Вот максимальные. На царство и на империи. Сколько империй живых существ на нашей планете известно? Две. Всего две империи. Какие? Водные. Ой-ой-ой. Вы уж прямо на уровне натурфилософии. Растения и животные. Ламарковские. Нет, растения и животные – это мелочи. Две группы принципиально по-разному организованных живых существ на планете. Прокариоты и эукариоты. Различие между этими двумя командами настолько велико, что все остальные отличия, там, допустим, отличие человека от мухомора – это мелочи. Так? Кто такие прокариоты? С ядрами, если есть. Ребята, так, чтобы было понятно, о ком идет речь. На простом уровне. Вот сейчас, на нашей планете, кто относится к прокариотам? Одна бактерии. Группа. Бактерии. Бактерии и только бактерии. Об особенности организации их клеток отдельно. Кстати, именно бактерии являются истинными хозяевами нашей планеты. Именно они возникли первыми. Именно они три четверти времени существования жизни составляли биосферу планеты, все остальные появляются позже. Хорошо, вот это две империи или нацарство. С бактериями мы сейчас не работаем. Империи делятся на царства. Какие главные царства от эукариот? Настоящие ядерные. Животные. Так, животные. Растения. Растения. Грибы. Грибы. Есть такое дело. Бактерии. Бактерии. Так, ребят, дело в том, что во всей нормальной науке четвертое царство вынесено отдельно, оно почти съело грибов и полностью съело водоросли. Лишай. Нет. Протисты. Одноклеточные эукариоты. Их отличие от всех остальных настолько велико, что это, конечно, отдельное царство. Итак, царство животное. Растения, ну, грибы можно оставить, и простейшие, протисты. Как по-вашему, инфузория, даже не инфузория, а амебопротеин, ну вот обычная амеба, больше похожа на человека или на бактерию кишечная палочка, еще речь о боли. Вот просто сходство. Наверное, кишечная палочка. Конечно, человека. Мы с вами, с этими существами, относимся к одной империи. Принципы организации нашей жизни сходны. У бактерий совершенно иначе. Неважно. Бактерии, кстати, никогда не бывают многоклеточными. Многоклеточные для них недоступны. Многоклеточные только эукариоты. Хорошо. Итак, вот это царство. Работаем с животными. На какие более мелкие команды делятся царства? Есть все царство животное. На какие более мелкие команды можно поделить? Класс. Типы называются. Итак, какие типы животных? Тип – это вариант конструкции животного. Беспозвоночных, хордовых? Нет. Беспозвоночные – это, конечно, не тип. Я просто напоминаю вам обычную школьную зоологию. Это для нас проходной момент, но это необходимо, чтобы некоторые порядки навести. Кишечно-полостная – это всякие медузы, гидры, кораллы и тому подобное. Кишечно-полостная. Дальше
идет такой сложный надтип, объединяющий три разные типа. Плоские черви, круглые черви и кольчатые черви. Обратите внимание, во всех случаях слово «червь» используется. Только вот отличие плоского червя от кольчатого в сотни раз больше, чем отличие человека от головастика. Это принципиально разная три конструкции. Объединяет это между собой ограниченное количество признаков. Затем следующие членистоногие, следующие моллюски. Ну а к какому типу мы с вами относимся? Млекопитающие? Нет, это не тип. Вот, ребята, для того, чтобы разбираться с конструкциями тел, надо как раз вот это все узнать. Потому что если известно, к какой группе относится, сразу понятна конструктивная особенность. Хордовый. Если хордовый, тип хордовый. Хорошая штука, подсказка в школьной тетради. Вот теперь разберемся, кто такие позвоночные. Хордовые делятся на три более мелкие команды, три подтипа. Первый называется он толком бесчерепные. К нему относятся существа, о которых в школе вы слышали, ланцетники. Да? Второй, о котором в школе даже не слышали, туникаты, значит, личинка хордовая. И только третий подтип – позвоночные. То есть позвоночные – это очень маленькая команда. Малюсенькая команда, которая, обратите внимание, даже собственного типа-то не создает. Хорошо, команда позвоночная. На какие более мелкие команды делятся подтип позвоночные? Вот для того, чтобы дальше у нас нормально шли занятия, все основы классификации вы учите знать. Это то, что империя делится на царство, царство делится, царство животных, в частности, делится на типы, тип хордовый делится на три подтипа, подтип позвоночный делится на классы. Следующая группа – классы. Давайте все-таки по порядку происхождения будем. Самый первый класс позвоночных. Ну, во-первых, такого класса рыбы на свете нет. Есть два разных класса – хрящевые рыбы и постная рыба. Хрящевые рыбы – это акулы и скаты, из тех, которые вы знаете. Но еще плюс к ним химеры, которых вы не знаете. Конструкция их тела и всех остальных рыб отличается очень сильно. Так? Итак, первый из тех, которые в школьном учебнике – хрящевые рыбы – класс. Затем костная рыба. Затем, от костных рыб какой следующий класс происходит? Земноводные амфибии. От амфибии кто происходит? Пресмыкающиеся. Пресмыкающиеся. Рептилии. И от рептилий два таких класса происходит? Птицы и млекопитающие. Отлично. Вот до уровня класса дошли. Ну а теперь давайте смотреть. Драконы – это, очевидно, не растения, не грибы, и не одноклеточные. Это вроде как понятно. Значит, очевидно, что они животные. Значит, искать их надо где-то вот в этом множестве. Давайте подумаем, к какому типу можно отнести, судя по описаниям, дракона. Значит, вот не типу, а классу. А почему считают, что хордовые, а не какой-нибудь там, допустим, кольчатый червь? А что для поддержания таких размеров нужна опора, скелет, допустим. И к тому же крылья, это уже там само по себе. Там, А вы знаете, какого размера вообще червь бывает? До 10 метров или 7 метров. Ну, допустим, паразитический круглый червь, который обитает в плаценте у кашалота, длиной 11 метров. 11 метров, как по диагонали, это аудитория. Это что, маленькие? Нет. Хорошо, известны вам дождевые червяки. Какого размера может быть? 10 сантиметров, да. Ага, 10 сантиметров. Это классно. Ну, во-первых, даже в нашей средней полосе больше. К
Калифорнии обитают виды дождевых червей до 40 сантиметров, а в Австралии до 2 метров. А они не представляете теперь такие? Они растительноядные, все дождевые червы — это группа растительноядных. Так что, ребят, ссылка просто на размер не будет работать. Но у него есть крылья интереснее. Но, у них на самом деле есть значительно более серьезные вещи. У них есть кости. Кость. Ну как это? Хорошо принимается, потому что в изображении в иконографии, то есть в изображении классических драконов, там очевидно, что вода состоит из отдельных фаланг, и на крыле, на перепончатом крыле, опять же прослеживается костный каркас. Скажи, пожалуйста, а у червяков или у кого-нибудь вот из этих ребят, так, значит, ноздри бывают? Нет. А у драконов? Да. Ага. У червяков глаза бывают? Нет. У червяков рот с челюстями бывает? И зубов у них нет. И зубов. Слабовато. В результате получается, что по всей основной наблюдаемой системе признаков дракон все-таки хордовый и, мало того, позвоночный. Давайте напоминаю, какие у нас классы позвоночных. Речевые рыбы, костные рыбы, амфибия, динозавры, да? Рептилия, птицы, млекопитающие. Ваше предложение, исходя из... Почему рептилии? Потому что их чешуя. Во-первых, чешуя должен вас разочаровать. Среди млекопитающих есть такая группа, которая называется панголины, да, или ящеры. Чем их тело покрыто? Чешуя. Роговыми, но не совсем чешуя. Лучше всего панголин похож на сошедшую с ума еловую шишку. Вот такого размера. Так, значит... Роговые чешуи, вот так вот, наплюст, лежащие друг на друга. А броненосцы, да? Броненосцы, у них все-таки не чешуя, там немножечко другая ситуация. Но птицы летают, например. Пингвины здорово летают, и страусы, еще лучше. Ладно, среди летающих все птицы. Среди летающих, а летучие мыши тоже птицы. Да. Понятно, это классно. А заодно стрекоза у нас птица. И так далее. Хорошо. Давайте что-нибудь посерьезнее. Скажите, а в современном мире к рептилиям кто относится? Вот назовите. Крокодилы. Крокодилы. Змеи два. Ни в коем случае любится. Ящерицы три. Последняя группа. В поисках Немо смотрели? Большие, да. Черепахи, разумеется. Помните эти драйверы, которые... Вот. Хорошо. А теперь представляете себе змею с ушами? Да. А это змею с ушами? Да, у них есть уши. У них Стоп. Ушные раковины. Есть или ушные отверстия? Нет. Это что-то другое там. Ушные раковины отсутствуют полностью. Да. Да? Дело в том, что ушная раковина характерна только для млекопитающих. Давайте дальше смотреть. У ящериц, крокодилов, у черепах зубы редуцированы. Скажите, есть ли деление зубов на клыки, резцы, коренные зубы у всех рептилий? Нет. Нет. Четыре зуба. Зубов, конечно, не четыре. В крокодильном случае намного больше, но зубы одинаковые. Нет дифференцированного зубного ряда. А у млекопитающих зубы совершенно разное устройство и с разными задачами. А у драконов зубы делятся на... А ну-ка вспомните изображение дракона. А у него как-то... Можете ли себе представить жующего дракона, если это не мультик? Так что жующий крокодил непредставимо. Зубы копьеобразные или кинжалообразные, без всякой дифференцировки. Так. Тело покрыто щитками, а не шерстью, не перьями. Ушных раковин нет. Что у дракона существенно больше? Челюстной отдел черепа или мозговой отдел черепа? Челюстной. Такая компоновка более характерна для млекопитающих, птиц или рептилий? Рептилий. Рептилий.
с мозгами некоторые проблемы. Да? Значит, вот это признаки более серьезные. На самом деле, по ходу дела увидим. Огромное количество признаков указывает на то, что драконы все-таки рептилии. Уточнили положение. Итак, позвоночная и более того рептилия. Круг поиска сузился.